С начала 2021 года по борьбе с коронавирусной инфекцией задействовано 479 сотрудников многопрофильной областной больницы. Из них 76 врачей, 190 представителей среднего медицинского персонала, 213 младшего медицинского персонала. В связи с нестабильной эпидемиологической ситуацией на базе кожно-венерологического диспансера продолжает работу инфекционный стационар на 100 коек. В настоящее время у нас в этом году с января месяца развернут инфекционный госпиталь на базе дерматовенерологического диспансера для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией на 100 коек. Мы в прошлом году одни из первых включились в борьбу с COVID-19. Уже с 5 марта мы разворачивали провизорные, карантинные, инфекционные койки. Только за прошлый год у нас было пролечено 2040 пациентов в вышеназванных госпиталях. На сегодняшний день у нас на базе дерматовенерологического диспансера инфекционный госпиталь, как я уже сказал, на 100 коек. И в нынешнем году уже получили лечение 480 пациентов. Вот. Сегодня речь идет о третьей волне коронавирусной инфекции в связи с появлением индийского дельта-штамма. Вот. Мы сегодня имеем рост заболеваемости в несколько раз, в связи с этим и рост летальных исходов. Вот. Помимо этого, сейчас активно ведется работа по вакцинации населения. Отличие инфекционно-провизорного госпиталя заключается в том, что на каждом этаже имеется централизованная система снабжения кислородом. Здания, в которых расположены провизорные, инфекционные, карантинные стационары, соответствуют санитарно-эпидемиологическим нормам. Также имеются специальные ограждения, отдельные подъездные пути и вентиляторы с пропускными пунктами. Иван Однорог, Мадина Кадырбек, Марат Ахмеджанов, Фархат Есмагамбетов, Кокшиакпарат.